Хей, дружище, давай проверим твою реакцию. Если ты успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, то ты просто красавчик, ты готов? Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять! Да, друзья, на Сирена Студио вышла еще одна новенькая анимация, новый мультик, очень долгожданная битва паровозика Томаса против Сиреноголового. Вы очень сильно просили и ждали эту битву, ссылка в описании. Так там еще и новый обновленный Сиреноголовый 2.0, не пропустите. Вы только, ребята, посмотрите, сколько поездов. Там он поезд стоит с вагонами, здесь вот поезд стоит с вагонами, еще и здесь поезд с вагонами. И интересно, зачем это они здесь нужны? И зачем они направлены в этот дом? Хэюшки, ребята, всем привет, с вами снова я, SlikeMust, и сегодня мы, друзья, продолжаем играть в игрушку под названием Teardown. Да, ребят, очень крутая игра, где мы постоянно что-то разрушаем, взрываем и уничтожаем. И сегодня я специально для вас подготовил новенькую подборку реально крутых карт и модов. Сегодня, ребят, будут мега эпичные разрушения, так что если вы хотите больше Teardown у меня на канале, то прямо сейчас же поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Если, ребята, будет много-много лайков, обязательно ждите продолжения на канале этой игры. Сегодня, друзья, у нас не будет монстров Тревора, хотя там вроде есть, ребят, ACP-статуя, но про нее, в принципе, уже много-много роликов записали, да и, честно, там ничего как бы в этой карте особо интересного, но, может быть, мы позже еще вернемся к данной карте. Сегодня мы, ребят, будем разрушать очень-очень много всего интересного. Вот, смотрите, у нас есть три поезда, видите, да? Ладно, кстати, подождите, можно... О, можно скорость увеличивать? Не знал, ребят, про это. Хорошо, буду теперь знать. Видите, да? Скорость мы, ребят, увеличиваем, уменьшаем. Прикольно, прикольно сделано. У нас, смотрите, ребят, есть целых три поезда. Если мы ломаем вот эту вот штуку, то поезд едет и таранит прямо вот это здание. Давайте мы начнем с нижнего поезда. Так. С пистолета просто так, ребят, не прострелить. Поэтому берем, давайте, рейлган. Он точно эту штуку пробьет. Вот, все пробили. Поезд, друзья, поехал. И... ох... хорошо, ребят, прям насквозь, видите, пробил. Проехался прям, ребят, насквозь. Кстати, что там внутри? Какие-то квартирки, да? Да, смотрите, прям реалистичные квартирки. Вот у нас лампа, столик, кроватка. Вот здесь еще что-то, смотрите, есть кухня, видимо, да? Угу, столик вон. И выше, ребят, все то же самое. Прям реально, видите, самый настоящий дом. Ну-ка, давайте, ребят, внутрь зайдем, посмотрим. Так, особо давайте мы не будем рушить. Так, всем немножечко. Так, да, ребят, видите, прям полноценная такая квартирка многокомнатная. В принципе, очень даже, ребят, прикольно выглядит. И походу, да, смотрите, даже есть ступеньки, то есть мы даже можем подниматься здесь и выживать. Хорошо, ребята, предлагаю прямо сейчас же разломать вот эту штуку и запустить второй поезд. Так, мы для этого, ребят, берем рейлган и стреляем с него. Все, есть. Так, смотрите, ребята, поезд едет и... о, хорошо, смотрите, ребят, прям насквозь. Ломает дальше. Давай, давай, ломай, ломай, ломай. Вываливайся. Смотрите, ребят, он стенки ломает, прям реально жестко. Застрял прям насквозь, ребят, пробил. Так, он проламывает своим весом. Видите, потихоньку дергается, дергается. Ой, все, ребят, повис. Ох, ох, ох. Прям, ребят, видите, мы много домов захватили. Ну как захватили, затронули, я имею в виду, да? Этим поездом. Очень даже круто. Но теперь, друзья, самый-самый высокий поезд. Он, видите, реально прям высоко находится. Поэтому, мне кажется, он лучше всех разломает. Так, стреляем. Вот, все, ребят, стрельнули. И сейчас, смотрите, ребят, походу реально будет жестко. Насквозь пробивает. И здесь вылезает. Ох. И свешивается сразу же, да? Так, а что там происходит, ребят? Смотрите, ребят, этот вагон тоже пролез. Так, кстати, мы эту штуку можем сломать? Чтобы, ребята, этот вагончик тоже, смотрите, упал. Сейчас будет маятник прям, знаете, какой-то, да? Смотрите, ребят, ой-ой-ой, проламывает прям хорошо. Офигеть. Ребята. Хо-хо-хо. Прям, смотрите, с двух сторон проламывают. Капец. Так, мы, кстати, можем отбить этот вагон, а? Да, смотрите, ребят, все, вагончик падает. Прям на нижние вагоны, которые там находятся. И... о-о-о-о! Друзья, у меня уже 12 FPS. Вы понимаете? Реально прям жесткие разрушения. Слишком много-много-много разрушений мы, ребят, уже сделали. Вот такой вот многоэтажный домик.
Кстати, сколько там этажей в нем? Довольно-таки реально, ребят, много. Этажей, наверное, 20 чем-то, да, а то и 30. Предлагаю, друзья, его немножечко поуничтожать, поразрушать. Сначала-то, конечно же, давайте мы посмотрим. Здесь были, вот, ребят, у нас поезда. Они упали вниз. Видимо, доломались, да? И попадали. Внизу поезд довольно-таки скучно влетел. Вот, кстати, он. Вообще практически, ребят, ничего не нанес. А вот эти вот, конечно, поезда реально прям очень-очень жестко, ребят. Все-все, видите, повредили. Например, особенно вот этот вот. Вагон и поезд. Прям очень-очень много всего он, ребят, разрушил. Так, предлагаю пострелять теперь, ребят, с РПГ. Оу. Мощный, ребят, взрыв. А, кстати, смотрите, у нас до сих пор здесь остаются, да, эти вагоны. Там, ребят, смотрите, вот еще поезд остается и вагончик. Так, а за что он зацепился? Стреляем, вот. Я хочу, чтобы, ребят, просто поезд наконец-то упал. А он, кстати, почему-то не падает. Вагон, кстати, все равно, видите, в итоге вывалился, да, отвалился отсюда. А вот поезд, походу, как так здесь застрял, что вообще и не вываливается никак. Видите, ребят, сколько мы не стреляем? Никак он не хочет открепиться и упасть вниз. Ладно, ребят, такая реально очень-очень эпичная карта. Предлагаю, давайте ее разрушим до конца уже. У меня есть для этого такие вот прикольные штукенцы. Стреляем, ребята. Огонь, 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 огонь. Ой, все взрывается. Смотрите, кстати, ребят, в итоге поезд вылетел оттуда. Ой, сейчас, ребят, лагать будет прям сильно. Уже 4 FPS. Ой-ой-ой-ой-ой, капец. Мы, друзья, просто, блин, разрушили огромную многоэтажку, вы понимаете? У меня 5 FPS. Вообще, да, друзья, такие вот очень-очень крутые повреждения. У меня уже компьютер просто не выдерживает. И, ребята, предлагаю прямо сейчас же переместиться на другую карту. Погнали. Ну, теперь, ребята, следующая карта. Это самый настоящий реалистичный самолет. Смотрите, ребят. Это все пассажиры в самолете. Видите, по 3 человека сидят. С каждой стороны. Много-много-много, ребят, места. Здесь, смотрите, тоже людишки сидят. Мы находимся прямо внутри. Внутри данного самолета. В качестве, ну, что-то типа либо члена экипажа, либо пассажира. Скорее всего, члена экипажа, потому что, видите, для нас особо места тут нету. Предлагаю, ребят, сейчас выбраться отсюда, с этого самолета. И смотрите, офигеть! Он, вы понимаете, реально прям летит. Видите, да? Мы реально, ребята, летим. О, прикольно, конечно. Реально, друзья, прикольно. Так, ну что, давайте попытаемся мы его уничтожить, наверное, да? Видите, там внутри сидят людишки, экипаж. Управляют этим самолетом. Внутри, ребят, сидят другие людишки, пассажиры, которых я вам только что показал. И что, ребят, что будем делать? Я предлагаю, либо, знаете, давайте мы либо взорвем двигатель, либо мы возьмем и подорвем фюзеляж. Давайте начнем с двигателя. Огонь! О-о-о! Так. Ребят, начало лагать. Самолету плохо. Самолету прям реально, видите, плохо. Так. Сейчас, подождите, друзья. Давайте что-нибудь возьмем, например, ракетицу такую. Это что-то РПГшка слишком прям мощная. Так, а ну-ка попадем. Капец, ребят, вообще куда она улетела, а? Давайте вот повыше, повыше. Вот, и... Ну, а попадание, друзья, в двигатель. Смотрите, он, ребят, загорелся, да? Двигатель загорелся. Так, давайте мы его посерьезнее повредим. Так, практически, вот, давайте. О-о-о! Еще, друзья, есть попадание. Все, смотрите, ребят, двигатель загорелся, прям горит. Самолет уже не может нормально лететь. Мы, ребят, оба двигателя мы уничтожили. Так, все. Он перестал уже дымиться. Там, ребят, слышите, вон, тревога. Люди, смотрите, ребят, через окна вы начали вылетать, вы понимаете? Так, а ну-ка стреляем. Делаем пробоину. И что, сейчас людей прям будут вытягивать, да? Так, мы пробитие, ребят, не сделали. Берем, давайте, РПГшку. Потому что РПГшка, прям, видите, реально прям жестко, конечно, пробивает. Так, смотрите, друзья, давайте перезапустим. Я уже просто, ребят, играл на этой карте. Смотрите, хочу вам кое-что показать. Мы берем РПГ. И стреляем, например, давайте вот сюда вот. Вот. И сейчас людей, смотрите, ребят, начинает вытягивать, вытягивать. О-о-о-о. Понимаете, ребят? Людей вытягивает с самолета. Офигеть! Ой-ой-ой-ой-ой, всех, ребят, повытягивало. Просто жесть. Повырвало, ребят, понимаете? Просто всех сидений. Они, походу, ребят, видите, они пристегнутые летели. И все просто повылетали.
Мы, кстати, каким-то образом, смотрите, прямо здесь все повредили. Так, стреляем, друзья, по двигателю. Двигатель горит. Давайте прям в кабину стреляем. Сейчас мы, друзья, дойдем еще и до пилотов. А, все, ребят, пилотов... Пилоты повылетали с самолета. Самолет теперь летит без пилота, вы понимаете? Капец. Или они катапультировались. Так, некоторые еще, конечно, людишки здесь есть. Но, конечно, ребят, самолет уже, видите, крайне плохо. Хотя он, кстати, с такой, видите, пробойной, довольно-таки жестко еще летит. Так, а что у нас здесь? Еще, видите, люди валяются. Прям, знаете, ребят, какие-то террористы, которые захватили самолет. Так, людишки, видите, все на полу он валяются. Ну, скорее всего, они сознание потеряли, потому что на такой высоте, скорее всего, кислорода нету. Мы же, получается, выше облаков летим, да? Тут, конечно, походу, это не сильно показано, хотя, подождите, сейчас глянем. Нет, мы, кстати, ниже облаков летим. Или нет, это, наверное, тоже облака. Хотя по высоте не сказал бы, ребят, то, что мы очень-очень высоко. Хотя, нет, довольно-таки все равно. Да, ребят, довольно-таки высоко мы летим. Ну ладно, в принципе, без разницы, это все равно игра. Смотрите, ребят, какие жесткие пробоины. Ну что, давайте добьем данный самолет. Двигатель, кстати, видите, уже догорел. Еще есть пробитие. Вот, топливо, топливо теперь, смотрите, ребят, вытекает. Еще есть попадание. Давайте хвостовую часть мы, ребят, теперь стрельнем. Ой-ой-ой, там капец, ребят, жестко-жестко все залетело. О-о-о! Взрывается все, вы понимаете? Люди красиво повылетали из самолета, прям, ребят, очень-очень красиво. Так, давайте вот задний выход мы стрельнем. Так, еще давайте разочек. О-о-о-о-о! Жесть! Так, а что с людишками? Че, ребят, с людишками? Конечно же, людишки, скорее всего, здесь погибли. Большая из них часть. Так, а что, ребят, хвосту самолета? Так, по идее, там багаж, наверное, да, находится? По-моему, хвостовой части, если я не ошибаюсь, багаж находится в самолете. Так, вот стреляем. Ну, здесь этого нету. Ну, короче, в принципе, все, мы, ребят, полностью уничтожили данный самолет. Крыло, смотрите, отвалилось. Мы, ребят, крыло отрубили самолету. Как он еще вообще летит? Как он, друзья, еще просто, блин, летит, а? Это же реально просто капец. Так, я думаю, хватит с этой пушки уже стрелять. Давайте, ребят, с минигана постреляем. Во, по пилотам. Чтобы они больше не управляли этим самолетом. Так, прилагаю, знаете, как с пулемета. Какая-то зенитка будто, или какой-то истребитель прилетел. И просто сейчас отстрелит крыло. О, кстати, у нас же есть, ребят, помощнее новая пушка. Вот такая, смотрите. Вот, все. Самолет-то теперь, ребят, без крыла. Так, а ну давайте-ка его пополам распилим. Смотрите, друзья, падает эта часть. Падает, падает, падает. Офигеть, сейчас разобьется, походу. О-о-о-о. Так, ребят, что там вообще произошло, а? А куда? Куда, ребят, делся самолет? Вы это видели? Куда делся самолет? Ой, капец, конечно. Мы появились. Прям перед обрывом. Ну, короче, друзья, самолет упал и разбился. Мы, к сожалению, туда попасть не можем никак. Походу, да? А, блин, ребят, был бы у меня, наверное, good mod, хотя... А мы просто туда, если докасаемся, мы, ребят, умираем. Там, походу, даже ничего и нету. В общем, что, предлагаю карту перезапустить и еще раз данный самолетик разрушить. Мне особенно, ребят, понравилось, когда мы разрушаем фюзеляж, вылетают людишки с самолета. Прям реально, ребят, очень круто сделано, конечно же. Так. Предлагаю, знаете, прям хорошую такую пробоину сделать в районе крыла. И чтоб людишки оттуда... О, кстати, а может двигатель типа их если засет, будет прикольно. Давайте, ребят, вот сюда вот стрельнем. Ой, прям жестко, жестко. Ребят, люди вылетают, вылетают, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всех начало, смотрите, просто высасывать. Капец, ну смотрите, ребят, головы просто полетели. Хо-хо-хо. Жесть. А, это люди, ребят, такие жесткие повреждения делают, я понял. Все-все-все-все-все. Ну что, самолет, давай. Добиваем тебя. Весь воздух из него уже вышел. Весь, ребята, воздух, который был внутри, из него, получается, уже высосался. Так, по двигателю, ребят, стреляем. Двигателю все плохо, он горит. Первый, друзья, двигатель загорелся. Теперь давайте по второму также двигателю. Все тоже горит.
Жесткие, ребят, пробоины у двигателя. Все. Стреляем, ребята, по нему, прям по фюзеляжу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, офигеть. Прям, ребят, по пилотам стреляем. Походу, пилоты уже не выжили. Это точно, мне кажется. Прям, ребят, да, по пилотам. Так, интересно, хоть кто-нибудь выжил? А, ребят, пилотов, походу, вместе с самолетом, да, высосало? Выкинуло просто. Капец. Жестяк, друзья. Так, на, еще. Стреляем, друзья, давайте по крылу. Вот, все, двигатель загорелся. Больше, ребят, двигатель не работает. Капец, конечно, пробоин у самолета. Слишком, ребят, много. Так, кстати, у нас есть еще, ребят, два, смотрите, минигана. Ой, это еще мощнее, конечно же. Капец. О, ребят, знаете, смотрите, будто какая-то зенитка. Сейчас, а ну-ка, подождите, давайте вниз. Вот, побыстрее. Берем, ребят, два минигана. Ой, самолет вообще, ребят, уже плохо. Реально, ребят, видите, когда мы зениткой такие шмаляем по самолету, такие, на. О, перезапустить предлагаю. Так, мы, ребят, зенитка. Продолжаем с этого момента. Так, сейчас вылезем, давай. Опа-на, ну давай вылазь, вот. Летим, ребят, пониже, конечно же. Вот, давайте куда-нибудь сюда, вот. Представим, ребят, то, что у нас зенитка, такая реально мощная. Сначала давайте такая. Огонь. По хвосту сначала стреляем. Потом по фюзеляжу. Ой, что-то, ребят, взрывается. Давайте по двигателю. Капец, ребята, что вообще происходит? Офигеть. Так, ребят, по двигателю. Огонь. Так, все, двигатель, он загорелся. По второму теперь, ребят, двигателю. Вот, давайте. Огонь. Все, друзья, двигатель этот горит. По крыльям давайте. Все, ребят, крылья просто уничтожены, мне кажется. Все. Весь самолет дырявый. Очень, друзья, жесткие, конечно же, повреждения. И теперь давайте по кабине пилотов. Отсюда прямо. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедные, ребят, просто пилоты. Хотя, мне кажется, там от пилотов уже ничего не осталось. Их, ребят, вместе с самолетом высосало, скорее всего. Выбрасывало. А нет, они еще летят. Да, ребят, они еще летят. Ай, больно. Так, горит, ребят, наш самолетик. Видите, да? Мы можем на самолете, друзья, прилететь и разбомбить? Или как? Сейчас, а ну подождите-ка. Мы можем на другом, смотрите, самолете, ребята, прилететь, понимаете? И расстрелять этот самолет. Прям какой-то воздушный бой. Я думаю, кстати, это можно будет даже, ребят, для отдельной серии оставить. Но давайте прям, друзья, в кабину пилотов стрельнем. Прям вот первое попадание. Пилотам, мне кажется, все плохо там. Повылетали. Так, а ну-ка, ребят, сейчас смотрим. О, очень, друзья, было жесткое попадание. Прям, ребят, в кабину пилотов мы попали. Прям очень-очень жестоко это было. Так, смотрим что-то по людишкам. Кстати, некоторые люди даже еще остались на своих местах. Угу. Конечно, они все, наверное, уже погибли, потому что, опять же, нету кислорода. Либо получили какие-то травмы. Но, да, ребят, короче, слишком, видите, все жестко. Некоторые пробоины прямо сделали насквозь. Они, ребят, прям, видите, вовнутрь позалетали. Некоторые пули с наших миниганов. Капец, конечно. Но я думаю, ребят, в принципе, на этом хватит. Сегодня мы неплохо так поиграли. Поразрушали, ребят, карту с поездом, да? Ту самую предыдущую многоэтажку. Теперь, ребят, мы поразрушали такой вот самолет офигенный. В общем, да, друзья, такая сегодня прикольная серия получилась по игрушке Teardown. Ну, а с вами был я, SlikeMass. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем, конечно же, пока-пока.